На площади УДК «Прогресс» народные гуляния. Много молодежи, особенно на сцене. Не перестают удивлять юные циркачи из Арсеньевской краевой школы искусств «Веселая арена». Сложнейшие номера и трюки представляют зрителям прямо на улице. День города традиционно бьет рекорды по количеству желающих зарегистрировать брак. 15 пар молодоженов выбрали этот осенний день для торжества. Арсеньев, он нравится нам, то, что он спокойный, уравновешенный город сам по себе. Вот. Соответственно, тут спокойно жить, никакой суеты, как в других городах, чуть побольше населения где. Вот. И как бы все под рукой. Все близко. Да. Все близко, да. Молодежное движение в городе освежила новая организация федерального уровня «Движение первых». В этом году в Арсеньеве открылось ее местное отделение и первый флешмоб сегодня под гимн города – это их рук дело. Во всех школах первичное отделение. Мы участвуем во всех всероссийских акциях, мероприятиях. Присоединяйтесь к нам, мы первые. Александр Степанович Калашник, 56 лет, работает на одном месте – на заводе «Аскольд». Токарь высшего разряда, кавалер двух орденов трудовой славы, 20 лет был народным депутатом. В этом году он получил звание почетного гражданина Арсеньева. Работы делаем для обороны, так что это тоже для города значимо. Так что, думаю, это тоже не там. А так вот, работы общественной никакой нету. Но я на заводе, я бригада, бригадир фрезеровщиков. Вот. Молодежь воспитываю, помогаю им овладеть профессией. В музее истории города выставка зеркал из его фондов. Каждая связана с событиями Арсеньева. Одной из самых старинных 19 века досталось по наследству почетному гражданину города Василию Андреевичу Клокову от его бабушки. И рядом фотографии жителей села Семеновка, которая потом преобразовалась в город и стала носить имя легендарного человека – Арсеньева. Главная функция города с самого начала и до сих пор – авиамашина. Настроение. Все здесь связано с небом и летными машинами. И жители много ждут от этой градообразующей отрасли. Все впереди, ведь город Арсеньев по историческим меркам все-таки еще молодой.